Целью сегодняшней встречи конференции является найти форму эффективного взаимодействия, определить их как плановые задачи на 2013 год. Я думаю, что представители администрации города четко обозначат позицию администрации, расскажут о том, что мы планируем сделать в рамках бюджетного процесса, какие задачи будут поставлены перед департаментом ЖКХ. Ни в коем случае нельзя рассматривать совместную реализацию этого проекта как желание городских властей переложить какой-то функционал или определенные задачи на представителей бизнес-сообщества. Мы как раз ищем партнерство, и я уверен в том, что это партнерство будет эффективным и взаимовыгодным. Мы собираемся у Скирма, у Дожжевого в ближайшее время с рабочей документацией. Есть по проспекту Октябрьский до с левой стороны от моста до заправки до Ленинградской, тоже есть рабочий проект. Есть у нас очень хорошие, большие намерения сделать Скирма, Шлачева, Сири, Рянина там, и так далее. Несмотря на это, конечно же, без общественного движения, участия общественных организаций, предприятий, руководителей, сознательно нормально понимает вопрос, ну, конечно же, город никогда через бюджет этого не сделает. Мы это чувствуем. То есть есть понимание, что есть желание. Есть желание не только у там, учреждений образования, там, какой-то социальной сферы. Есть у коммерческих предприятий желание принять участие в благоустройстве и озеленении. Но, наверное, все-таки это стоит желание поддержать, объединить, скоординировать эти действия. Поэтому вот сегодняшняя конференция – один из шажков к тому, чтобы мы в 2013 году, когда город из зимы выйдет в весну и в лето, мы город преобразили. У нас родилась идея соединить, что называется, желание и предложение вот, в лице сельскохозяйственного производственного кооператива «Овощной», который может оказать вот такие услуги, вырастить рассаду и посадить, и закупить вазоны, какие необходимы предприятиям по их заявкам, и привезти, и высадить. И эти вазоны может потом по осени забрать, у себя хранить, затем опять на следующий сезон высадить рассаду, и в апреле месяце уже привезти эти вазоны, кашпо, или рассаду высадить в какие-то стационарные вазоны, с тем, чтобы у нас в апреле месяце уже цветущая рассада была в городе, а не в июль. В июнь, мы увидели только цветущие клумбы.